Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Поликрат. Поликрат – самосский тиран, правивший островом в середине VI века до нашей эры. Поликрат поощрял строительство общественных сооружений, храмов, гавани, акведука и превратил Самос в сильную морскую державу. Самос – это остров в Эгейском море. Он также оказывал покровительство искусству. Карьера Поликрата описана Геродотом в третьей книге истории. Геродот приводит также легенду, согласно которой Поликрат, чтобы избежать наказания, должен был расстаться с самой дорогой своей вещью. Поликрат бросил в море свое любимое кольцо. Однако оно к нему вскоре вернулось в желудке пойманной рыбы. Плиний-старший говорит, что это кольцо впоследствии хранилось в храме Согласия в Риме. Из Википедии. Известен масштабным строительством и морским пиратством. В 522 году персидский сатрап Сарт Ароид хитростью заманил Поликрата в Магнесию. Там он был взят в плен и казнен. То ли распят, то ли посажен на кол. Труп был прибит к кресту. Ну, вот так вкратце о самосском тиране, который правил островом в середине VI века до нашей эры. Его звали Поликрат. Пока-пока, до свидания.